Ритуал, чтобы съехали соседи, карнавальные маски. Маски вообще, они живые. Если вы сомневаетесь, можете подойти к магазину и посмотреть. Во многих культурах им приписывают очень зловещую роль. И, в принципе, так она и есть. Маски управляют болезнями, прежде всего, и очень много чем. Они хранители и дома, и вашей машины. Но только не выбирайте религиозную маску. Этот ритуал к религиозной не подходит. Какой там, ни вуду, ничего. Это должна быть красивая карнавальная маска и однотонная. Этот ритуал конкретно подходит в основном к красной маске, всем оттенкам. Если соседи вас против вас магичат, подкладывают вам, просто достают и вообще всячески мешают жизнь, вам подходит этот ритуал. Я маской укроюсь. Откуда беда на тебя, враг, хоть ты и сосед идет, не узнаешь, не прознаешь, не поймешь. Я тебя отсюда выселю, разорю, уйму, чтоб не мешал, не доставал. Маски мои поручу, выживи его отсюда, допускай таких, чтоб не мешали, заклинаю. Маску храните дома, берегите ее. И никаких не должно быть масок в стиле животных, цветов, без символики. И она не должна быть мягкой, не гнуться, а жесткой. У соседей вскоре начнутся свои проблемы. Некоторые начинают болеть, у некоторых финансовые проблемы. И это довольно видно проступает, но не мгновенно, нет. И вообще, я еще раз могу сказать, маски вызывают болезнь. Они съедут, будет болезнь, все равно перестанут так доставать. Деньги пойдут на лекарства.